Они поют о любви, дружбе, заботе и верности, о тех самых важных вещах, на которых, как признаются сами, строится их семейное счастье. По количеству участников это не ансамбль, целый хор, хотя в его составе всего 3 семьи, просто все многодетные. В семье Шибзуховых Филимоновых 5 детей. Петь любят все, поэтому, когда узнали, что в честь Дня города пройдет конкурс хоров, в состав сводного ансамбля многодетных вошли, не задумываясь. Мы очень любим наш город, это самый прекрасный город на земле, поэтому, конечно, хочется как-то принять участие и поучаствовать и в празднике, создать, может быть, для кого-то праздник, обратить внимание и на город, и на то, что семья – это очень важно. София Петряева поет с 2 дочерьми и еще одним малышом, который пока еще не появился на свет. Дома ждет муж и еще 2 сына. Большая семья, уверена, многодетная мама не просто не мешает заниматься творчеством, напротив, вдохновляет. В первую очередь захотелось сделать подарок городу в виде вот нашего выступления. Пусть посмотрят на нас, на многодетных мам и пап, на наших детей, что мы тоже очень активные, жизнерадостные, веселые, целеустремленные люди. Для многих участие в таком коллективе стало новым опытом. Не стало исключением и педагог Анна Фролова. С таким необычным во всех смыслах хором руководитель школы вокала работает впервые. Это на самом деле очень интересный коллектив. Более позитивных людей в одном месте собрать было просто невозможно. Их много, они очень, очень все веселые, позитивные люди. В большой коллектив многодетные семьи объединились чуть больше месяца назад. Специально, чтобы участвовать в конкурсе «Поет наш хор», объявленном ко Дню города. В адрес организаторов уже поступило немало заявок от различных хоровых коллективов. Их можно будет услышать на одной из городских площадок в дни празднования главного для Сочи и его горожан торжества. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.